Всем привет! Ну что, проект «Продам совесть» продолжается. Я думал, совсем затух. И, в принципе, людям неинтересно, что какой-то великовозрастный придурок якобы попрошайничает деньги. Ладно, не суть важна. Совесть у каждого своя, и каждый из нас получает то, что получает, а заслуживает то, что заслуживает. Итак, сегодня пришли 100 рублей. Это небольшая сумма, но не суть важна. Вот комментарий этого человека. Извините, не знаю, как вас зовут. Это ДДС ВФО 14 МГц. Написал человек: 100 рублей детям Хабаровска, но мы поступим несколько по-другому. Итак, мы сделаем вот таким образом. Переходим вот на этот сайт, фонд «Онкодети». Делаем так. Хочу помочь. Сумма у нас будет 100 рублей. Не знаю, адрес почты не особо, наверное, я думаю, нужен. Так, ладно. Ну и можно я камеру закрою, пока наберу все остальное. Посмотрите на мою ладошку. Ждем получения пароля. Итак. Ну все, сами видите, платеж прошел, название платежа фонд «Онкодети». Надеюсь, ваши 100 рублей кому-то спасут жизнь. Ну, а у нас продолжается проект «Продам совесть». Реквизиты я оставлю под видео, ну и дальше решайте сами, у кого и сколько чья стоит совесть. Все, всем спасибо, до свидания.